открыл? Нет, пока. Справишься или поможешь? Справлюсь, фотографировать буду. Минус. Окей, у меня просто... Так, второй этаж открыт. Мне отстают звуки, я не знаю, что происходит. Снимаю алтынь, все нормально. В алтыне какой-то трэш вообще просто. Это в системе, не? Типа ник push or die. Типа push или умри, да, просто сидит в меченке. Решала. Решала. Блять! Я так понимаю, это минус, да? Да. Это он таким, прикинь, навесом, походу, прокинул грену. Прям четким, блять. Да изнутри это заводское. Жалко, флешки закончились. Хер ебут! Выходим еще. Это Тагилу, блядь! Кепка, кепка! Вали кепку! Я думал, это ЧВК в маске Тагилы. Давай, давай сюда, давай, давай, давай. Никакого оружия, только ближний бой. Вот так вот, поля. Расскажешь мне тут потом. Показал ему чуть-чуть, кто самец в этой клетке. Сейчас я тоже на выходе. Вы брали что-нибудь? Может быть. Двушка открыта. На сидушке. Что, есть посмотреть оттуда? Не-не, трешка, трешка. Крыша. За тачкой, за гранатной. Слева грена, аккуратно. Мертвый, мертвый. Так, давай еще чекать. Двушку надо посмотреть. Трешка, думаешь, никого больше? Раз он спрыгивал с крыши, значит, он ее полутал уже. Где? Душки. Ну, я понимаю. Бил. Ты пьешь что-то, да? Нет, я не пью. Кто-то где-то пил на втором. То есть в трешке в пристрое на первом, скорее всего, чел. Ты его слышишь хорошо, прямо как он там ест, пьет. Я шлем надел. Да, это юмпиха была. Громкая. Не закончилось.
чевок. Ну? Да. Три балла, снаружи. Оружие. На где? Втором этаже, не знаю, убил или нет. Понял, дал крену. Прям где-то, прям на лестнице, короче, понял? Да-да-да. По мне вот летит. Возможно, два. Убил. Второй чисто. Все, значит... Снайперка с коллиматором, фига себе, ну. Да. Трикшотер, что ли? Подвеска. Да, там гранаты. Надо быстро проверять и уходить. В мусоре сидит, убил. Крену нам там мусор дал. Убил еще мусор. У нас какая-то ППХ стреляла на главном, тихо. Внутри кто-то сюда. Да-да-да, про... Ты? Это пустые. Убил на главном. Туалет открыт, пристроен на первом этаже. Дал грену, рашу третий. Есть. Убил. Помощи надо, я вот красный. Дал хаен на магазин. Я на третьем. Ой, на крышу, на крышу, на крышу дал. Я на кухне, да? На кухне, да, сижу. Я второй играю. Ну там что-то ТГ? Или где это? Это ТГ, скажи, да? Я думаю, тут у нас еще могут быть двушки. Кто сейчас? Просто... Не я. Аня. Я на центре. Я просто задумалась, пыталась вспомнить, вообще убивал я своих или нет. Я думал, ты вспомнить, на центре ты или нет? Нет, я вот... это... Убил. Это четвертый только. Это только четвертый. Еще может быть. Нет, какой-то кураван. Ну, вот слева пришел. Что-то уже спер, успел с моего. А, дробовик или МП7? Понятно. Проверь. Ты, бля. Че, твоих пролутали? Не, за мусоркой не фрост. Нормально. Но он уже успел пролутать. Ну, одиночка какой-то, не знаю. Ёбля. Так, чат, кого я убивал? Смотрите, вот этот за мусоркой. Потом справа. А, на первом этаже. Да, на первом этаже он успел жетончик у него тиснуть. Наш клиент, ребят. На стрижку пришел записаться. Тебя подлиннее или покороче, чел? Походу подлиннее. Эти клиенты уже сами идут просто, понимаете? Настолько качественные стрижки делаем. Репутация заведения говорит сама за себя просто. Убил тебя, да? Я убил. Хорош. Убил у магаза. Так никто, все молчали на центре. Что нам надо было сказать? Я сказал, что я на третьем на центре сказал. Так на третьем? Да мы не услышали бы третьем. Слышали? Нет, так мы не услышали. Че у магазина есть? Нет, херня, Сашка. Тихо, тихо, звук. Убил фулку. Вот теперь точно хилится. Так, ладно, собираю.
умираю. А, хитите, у него броня была. Дефендер, блин, ратник. Амурай? А, дефендер? Конечно, я забривал его долго. Дебак. Текстурку забыли покрасить. Где? Решала. Нашел я Вектора. Сидел. Ну, играл тактически. Как тебе сказать, сидел, не сидел. А, это Глок был, вообще это не Вектор. Я против мечники. Да, да. В комнате? Да. Квест, а, наверное, делал там. Дефолтный тут квест вот таких товарищей. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.